Знакомые все люди. Нет. Чем не помог, вообще не помог.
я не бросаюсь в бой, но первая пуля всегда моя. Кто-то погибнет из нас с тобой, пусть это буду я. Прыгай головой вниз, прямо с моста на ряд. Нам с тобой Борис, утопический трём, не рано тебе ничем не помог. Вообще ничем не хорош, другой брат. На нашем корабле не воспрещается быть живыми. Наверное.
Я так всех люблю, я так всех хочу спасти. Это так банально, я тебя погублю, и ты меня за это прости. Это нормально, и когда я бегу через дождь и тьму, ты должен понять меня, почему я плачу, и я скажу тебе одному. Ненавижу троллейбус, ненавижу троллейбус, я ненавижу троллейбус, который везет от тебя на мне. Ненавижу троллейбус, ненавижу троллейбус, я ненавижу троллейбус, который везет от тебя ко мне. Я тоже могу любить, может быть, я тоже могу страдать, может быть, я тоже могу забыть, может быть, я могу отдать. Тебе будет не больно, и в первый раз тебя будет довольно, прошу, раз тебя будет довольно того, что сейчас ты должен об этом знать. Я ненавижу троллейбус. Чем зло? В чем зло? В чем зло?
зачем назначала встречу, если все равно не пришла. Он просчитал себя 21 бесконечно долгое число. Он вернулся домой, наступила просто закрыть свою дверь на засов. Ты сделала плохо, детка. Он пришел домой слишком рано. Он привык быть этим. Он вывел вас из-под крана, потому что он сам себе господин. Он взял нож и полностью сердце вырезал на груди твое имя, которое предвещало ему только боль впереди. Ты сделала плохо, детка. Еще не такие гиски попадались ему в бедро. А он всегда слышал голову города. Но ты была так хороша. Раньше ему были только в морду. Теперь как крайне душа. Ты сделала плохо, детка. Ты сделала плохо. Ему было не помочь. Солнечный луч отражался в гитаре из-под выбитого в эту ночь. Отпустила ее на но уже через пару дней он опять и опять набил свой номер, потому что любовь сильней. Чувствую, что умру, скрипят моста чугун.
ночом и пистолетом, ангел с небесной трубой. А если сейчас мне сердце войдет в его дом, и сердце мое сгорит, некая часть меня упадет, а небо воспарит. Следы на душе и следы на теле заживают несколько лет. А если сейчас ты скажешь мне уйти, и сердце мое остынет, не горяча моего пути, подвоза являет собой пустыню. Зачем сидите все? Ну-ка встаньте и дышите. Встаньте и дышите. А если вы уже стоите, то и не садитесь. Вот так вот. Вот так. А то возникает ощущение пустоты и нелепости происходящего. Вы не успеете обернуться, как мы уже исчезнем со сцены. Имейте в виду. Если не ты, то кто же? Боже, Боже, как странно, Боже. Простые вещи.
Туда нужно положить все ваши деньги, чтобы мы записали свой альбом и поехали на такси домой. Скорее сделайте это, скорее, пока мы не ушли. Мы скоро уже уйдем, и нам нужно на такси домой. Скорее подойдите сюда и положите все ваши деньги. Жертвуйте, братья! Жертвуйте, братья!
люди представляли себе, древние шаманы представляли себе вселенную в виде дерева. Под землей находятся хтонические существа, ящерицы, мыши, змеи, червяки. Thank you.
приглашайте, скорее хватайте дам. И приглашайте их против, даже против воли на танец. Чего? К середине они правильно, уже правильно. Вот готовы. С вами продолжаем. Это правильно. Thank you.
несчастный. Я живу по часам, я все время смотрю в небеса и жду, ты придешь ко мне сам, ты откроешь глаза, ты забудешь про что. Но приходит пора. Молодцы, потому что мы скоро заканчиваем. Буквально. Сейчас. Это для того, чтобы мы под влиянием тока, электричества росли огромными, раздувались такие большие, играли большие двухчасовые программы. Трехчасовые программы, даже четырехчасовые программы. Да. Ночи без сна.
Большой альбом. И сыграем большую, огромную программу. И вы все придете до одного. Да? Да? Отлично. Хотите бис? Да. Какую? Транскомпанию. Какую? Нет, нет. Из тех, которые прозвучали, ребята, большой состав, огромный, дредноут не может развернуться на повороте. Из тех, которые прозвучали, какую? Знаешь, Зенитчик, что ли? Тельняшку. Из тех, которые прозвучали, большой дредноут не разворачивается на поворотах, он не может так лавировать, нифига подобного. Нормально. Итак, нормально. Я слушаю, нормального давайте. Давай, нормально. Устроит вас? Да, да, ура! Только давайте буйная пляска, чтобы была буйная веселье, только не шипите микрофон. Нормальный, а ты нормальный, обидно.
много лет. Yes! Все состоялось! Круто! Спасибо, приходите еще! Еще на пир! На пир! Еще! Куда еще? Все! По второму кругу можно сказать. Что еще-то? На пир! На пир! Опять что? А, просто бабки давайте. Симуха, сушитель. Не факт, что сушитель, но если не могу, то сушитель.